Главной темой встречи лидеров России и Великобритании в Лондоне стал конфликт в Сирии. О нем речь пойдет и на саммите стран «Большой восьмерки», который начинается сегодня в Северной Ирландии. Разногласий по этому вопросу много. Великобритания, Франция, а теперь и США выступают за предоставление оружия сирийским повстанцам. В отличие от них, Москва по-прежнему готова вооружать режим Башара Асада. Россия поставляет оружие законному правительству Сирии в полном соответствии с нормами международного права. Мы ничего не нарушаем. Я хочу это подчеркнуть. Ничего. Башар Асад виновен в том, что Сирия разрушается на глазах. Он должен уйти, чтобы этому кошмару пришел конец. А то, что он применяет химическое оружие против своего же народа, только доказывает это. На то, что «Большая восьмерка» выработает единую концепцию по Сирии, рассчитывать не приходится. А положение сирийцев с начала конфликта минуло уже 2 года. День ото дня становится только тяжелее. Но конфликт в Сирии не единственный камень преткновения на переговорах «восьмерки». На саммите речь пойдет и об атомной программе Ирана, а также о таких важных экономических темах, как борьба с налоговыми уклонистами или новые правила обмена банковскими данными.